сімейне щастя у дробязях, наприклад, у сумісному відпочинку. На його, у приватності, у шматдітних сім'ях частяком просто не хапає часу. Каб матулі змогли відпочити від щоденних клопотів, а діти, як належить, повеселитися, центр соцобслуговування насельництва Кастричницького району Могильова запросив їх на сімейне свято. Представление от любимых мультяшных героев – гарантия доброго настроя малых. Физичная вопыт и шаровная газировка – весело и познавально. Мне понравилось, как Фиксик, как Нолик лопал шарики, а потом объяснил, как эта трубочка крутится, что волнистые эти линии. Очень сильно интересно, и там мне понравилось то, что там шарики. Я хочу сюда каждый день ходить. На свято запросили 15 шмадетных сім'їв. Ганна Гончарова – маті п'ятьох дітей. У їх сім'ї, як у казці, 4 синочки і лапочка-дочка. Яни усе роблять разом. І готують, і прибирають, і відпочивають. Звісно, є трудності, але це радість, щастя велике, мати багато діток. Весело, опять же. Организаторы імкнулися показать, что бавлення часа разом об'єднує. Гульня у боулинг, почастунки, сумісна акція Центру соцобслуговування насельництва Кастричницького району і забавляльного клуба. Це все на волонтерських отношениях, то есть ни копейки они с этого не имеют, но зато положительные эмоции, большое спасибо от всех. Вот это то, что мы можем предложить им сегодня. У Кастричницьком районе Могильова больше за 700 шмадетных семей, и у всех намагаются подтримать. Дитя за усёды счастье, а коли оно побольше на утры, а то и 5 разу, это соправдный скарб. Больше взаимопонимания в семье. Ну, любовь вот между нами, то есть гармония, поддерживаем всех, старшая, младших, то есть мы дружно, мы живем дружно. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, новини региона.